Всем привет! Меня зовут Макс Брандт. Всем привет! Меня зовут Ксения Брандт. И это продолжение феерических серий игр в сток одному. Мы их очень любим. И вы тоже вроде как, потому что вы лайкаете, мало дизлайкаете, пишите хорошие комментарии и все. Да, на этом наши полномочия. Знаешь, это наши полномочия. Да. Гости. Гости всегда такие. Гости, он нас выигрывает, у нас два достижения. Чем пахнет Новый год? Ёлкой, это... мандаринами, оливье, выпивкой. Президентом, телевизором. Дедом Морозом. А, мандарины. Ёлка напиши. Ёлка. Хвоя. Водка. Суровые детские Новый годок синие. А почему здесь про детство? Оливье ничего, не вре ничего. Ну, алкоголь, хорошо. А, порохом. Пропах. Не, ну типа хлопушка когда-то. Ну, весельем. Снегом. Давай напиши снегом. Я уже написала алкоголь. Ну, у нас еще будет ход. Есть... Конфетами. Шоколадом. Подарками. Почему пахнет? Снег, 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 напиши снег. Да, снег, естественно. А что еще? Видимо, тут, ну, знаешь... хорошо. Ну, хлопушки, вот всякое... Мне кажется, тут не конкретные вещи, а тут сделано то, чтобы... Ну, Дед Мороз. Ну, там, знаешь... Телевизором. Телевизором, поздравлениями, знаешь... Праздником. Пахнет праздником. Чем пахнет Новый год? Ну, телевизором вряд ли. Ничем. Дедом Морозом. Дедом Морозом. Торжеством. Напиши Дедом Морозом. Ну, блин, Дедом Морозом тупо. А, Морозом! Типа снегом, Морозом. Ну, ладно. Дедом Морозом, ребяточки, мы угадали, что Дед Мороз пахнет. Ну, что не Дедом написали? Типа Новый год Дедом. Ну, слушай, сейчас соточка кому-то придет, плюс второй тур. Это будет очень интересно. Давай, работаем. Что дальше? Жена не приготовила мужу ужин. Почему? Что? Потому что заболела, устала, устала. Обиделась. Нет жены. Нет еды, нет продуктов. Нет, газ кончился. Обиделась. Устала. Спит, хорошо. Потом это потом. Эта игра прям любит отождествлять женщину с... Усталостью? С усталостью, то есть устала. Не отдохнула. Ну, обиделась спит. Тоже. Злится. Да, обиделась. То есть у них все ответы, в принципе. Так, смотрите. Морпех. Устала, обиделась. Спит. Спит хорошо. Спит, это мы злая. Вообще по жизни. Лучше спит. Не умеет. Ну, тихо. Спит. Блин, не умеет. Не умеет хорошо. Мне не нравится, не умеет. Очень хорошо, мне кажется. Не умеет хорошо, пускай. Пускай не умеет дальше. Нет жены. Не успела. Не умеет. Вообще не умеет. Не умеет. Не плачь. Умеет. На последнем, но ничего. Ничего. Мы не боимся. Мы не боимся последних мест. На работе. Нет дома ее, типа. Ну. Ну, нет дома. А он что-то здесь отдает? Нет дома, когда ты говоришь, я думала, что вообще у них нет дома. Ну, что ничего нет. А, не... Давай на работе что-нибудь. Не пришла еще, типа. Ну, на работе напишу. Ну, так оно может не на работе, просто в магазине. Ну, на работе, нам говорят. Ну, на работе этому... Ладно. Ты ошибся, я ошиблась. Ты ошиблась, мне кажется. Я правильно сказал. Гость сейчас, гость. Может, гость. Он сейчас роется и ищет ответы? Может, он просто роется. Давай, гость. Ну, сейчас ответ ответит правильно, а мы нет. Жена не приготовила мужу ужин, потому что... Заказала. Хороший ответ. А, все, и нам перешло. Так, естественно. А, потому что все. Заболела, может, было, да. Было такое, Ну, ничего, мы выиграли. Ребята. Но нам еще. Да не. Мы сейчас можем ответить вдруг случайно неверно. Так, наоборот. За что необходимо платить каждый месяц? Квартплата. Интернет. Подписка. А, рассылка. Морозилка. Ну, Макс. Ну что, ну это же... Хорошо, давай. Это же хороший ответ. Интернет, мусоровывоз, водопровод. Коммунальные, квартира. Налог. За квартиру, за электричество, за интернет, за воду, за газ. За кредит. За газ. Ну, так непонятно было. Ну, наш ответ отличный. Он очень редкий, реже, чем 6. Ежемесячная подписка. Ну, раз, конечно. Хорошо. На это, между прочим, ФБК зарабатывает очень много денег. Нам дали что-то. Это орех. Вот. Это Плутон. Следующая игра. Итак, тут же давай, на идеале. Все, да, давай. На харде. На харде. Кто там у нас сейчас? Любого порвем. Кроме женщин, которым за 50, которые только этим занимаются. И у них уже открыт Ольга. Google во второй вкладке. Ну, у нее 14 уровней, значит, она очень долгая. 4
достижение, значит, она реально играет. Чей номер записан в телефоне? Чей? Мама. Мама. Жена. Жена на втором месте. Родителей. Хорошо. Жена с черной меткой, я согласен. Детей. Ну, если мы по семье прошли. Братьев. Друзей. Родственники. Друзей. Друзья. Может, на втором, кстати. Ну, родственники хорошо, кстати. Супруги. Нет, ну, я просто имею в виду, что тут же неизвестно, кому кто приходится. Супруга, ноль, yes. Так, друзья. Друзья, друзья, хорошо. Дети. Тем, по работе, коллеги. Коллеги и начальник какой-нибудь. Да. Жек, коллеги. Жек, может быть? Может, конечно, Жека. Может быть. Может быть, Жека тоже стоит. Родители, супруга, друга. Супруга, друга. Свой, хорошо, свой. Давай. Коллеги. Коллеги. Ну, давай, ну, это хороший ответ. Да. Начальник. Это работа. Ну, и дети. Дети, а что? Ну, родственники. Коммунальные, какие-то службы такси. Мне кажется, она просто... Да. Да, ну, ничего. Мы тоже, либо знаешь... знает этот вариант. Мы тоже не лайкаем шито. Причем она подряд прямо. Ей пофиг, что черная метка. Ты будешь удивлена, но мы так же сделали. А? То есть, как бы, ну, она так же думает о нас. Такие, ха, кто быстрее загуглит, мы еще проверим. Что подарить на день рождения тёщи? Сковородка. Сковородка. Утварь. Утварь. Сковородка, давай, сковородка. Ладно, типа, знаешь, это скалка, чайник. Да цветы, чё? Да, хорошо, я просто ассоциация. Чё, тёща, что ли, не человек, не женщина? Цветы, конфеты, духи. Змею. Оп-оп. Цветы, говорю. Цветы, хорошо. Е. Yeah. Духи, конфеты. Духи хорошо. Конфеты тоже нормально. С цветами. С цветами. Так, давай ждем тебя, Олька. Олька. Может, она сама теща и вспоминает свои подарки и змею подарки. Ну что, нужно что? Золото. Я хочу. Зоита! Так, духи. Духи. Нормально. Кстати, может быть, конфеты все. Конфеты? Ну, а что еще, теща? О, открытку. Деньги. Деньги. Шуба. Не, ну, перестань. Что ты? Накидка. Хотя бы. Безрукавка. Безногавка. Ответил. Ну, мы могли больше заработать. Хотя и так. Деньги, хорошо. Скалку. Подарок. Подарок нормальный. Конфеты не дарят. Слушай, сейчас у нас есть шанс проиграть. Нет, мы должны хорошо отработать. Отработаем хорошо? Пускай она первым. Что делает Снегурочка? Лет. Отдыхает. Спит, тает. Тает хорошо. Она на машину... Нет, погоди. Работает. Не знаю, что тает. Гуляет. Гуляет. Миша. Гуляет. В смысле в отпуске? Максим. Ну, она может ответить сейчас плохо. Спит. Она знала ответ, мне кажется. Ну, в отпуске это не гуляет. Тает, кстати. Тает тоже плохо. Худеет. Ну, нет. А ну... мы что сказали? Не работает? А мы хотели работать. Нет. Но мы в любом случае проиграли. А спит тоже был у нас, по-моему, такой вариант. Ну, спит. Да, был. Ну, ладно. Ну, ничего, ребятушки. Очень жаль, конечно, но... Мы проиграли. Тут как бы сорян. Мы ничего не могли сделать. Как бы, если бы она отвечала первая, то она либо выиграла, либо... Ничего не сделал бы. В общем, ребят, не расстраиваемся, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся. В описании ссылочки на Ксюшу, на меня. Лучше всех пока. Пока. Что-то, конечно, нас эта Ольга подбросила змею.